А в колониях Восточно-Казахстанской области смягчили карантинные меры. Там с сегодняшнего дня возобновили свидания заключенных с родными, но при строгом соблюдении всех санитарных норм. К примеру, в исправительном учреждении строгого режима ОВ-156/6 теперь открыты комнаты длительных свиданий. Заключенные могут видеться с родственниками и на краткосрочных встречах. Всего там отбывает наказание 427 человек. Я не видела супруга с момента его заключения. Потом начался карантин. Это наше первое свидание. Принесла вот для него домашней еды. Для встреч созданы хорошие условия. С момента введения чрезвычайного положения в стране встречи осужденных с родственниками были прекращены. Теперь эти свидания мы вновь возобновляем. Сегодня на короткие встречи разрешение получили 13 человек. Соблюдены все санитарные требования.